Настоящий герой. В канадском Торонто юноша в костюме Человека-паука предотвратил кражу. Когда охранники уже не справлялись, прохожие были бессильны, на помощь пришел Спайдермен. Кому же еще спасать мир, как не ему? Ну, а точнее, конечно же, это был уличный музыкант в красно-синем одеянии, а вовсе не оживший герой комиксов. Молодой человек помог остановить и поймать грабительницу магазина. Теперь женщина должна будет выплатить $5000 в виде штрафа, вероятнее всего, ну и явиться в суд 10 ноября. Там определится ее дальнейшая судьба.